Всех приветствую на канале Дороги Михаила Илюшин. Приглашаю прокатиться по улицам города Саратова, Ленинского района и до Сторожовки, до СКАДа. Начиная улица Блинова проедем, производственный первый проезд строителей, Ломоносова, вторая прокатная, Московское шоссе до самой Сторожовки. Этот день, 18 мая 2024 года, с утра было плюс 10, потом 16, как-то вот то солнце, то даже дождик был, потом опять солнце. Вот такой день, как всегда говорю, это день обмена возврата не подлежит, исторический день. И в Ютубе, Рутюбе, в Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет, смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, все, где кому как удобно, все как обычно. Неоднократно все показывал, просто вот вам еще раз, какие, может кто-то заметит изменения, но изменения есть, здесь не совсем. А вот на Московском шоссе, от, можно сказать, от, как там, где заканчивается Ленинский район, в сторону Сторожовки, вот этот выезд сейчас будете, сейчас смотрите, когда доедем, так как 30 апреля вам показывал. И вот прошло всего лишь 18 дней, 17, если взять точнее, это вот, и увидите, какие там изменения, отбойники поставили, что-то там еще делать, то есть выезд из Ленинского района в сторону Пензы тоже будет такой же, как Вольский тракт, или так же, как Новоастраханское шоссе, то есть, я не знаю, по две полосы в каждую сторону, или по три, но отбойник, то есть, очень будет комфортно въезжать и выезжать с этой стороны Пензенской, Петровского тракта. Вторая часть будет от Сторожовки до Большой Ивановки на поворот. И третья часть, большой поворот от трассы 158 через Ивановку до озера на рыбалку. Этот сюжет, мы выехали на рыбалку. Покажу вам места. Нам показали, я показываю, как обычно всегда говорю, рыбаки свои рыбные места не показывают. Но мне показали, я вам показываю, кто хочет, может туда проехать, не так далеко. И, в принципе, в России на любой, так сказать, размер практически. Но я больших-то не ловил совсем, таких уж, которые пока это, продают, копченых. А вот большие ладони, и там грамм на 200, на 300... Но это надо чуть подальше забрасывать, около берега мелкота играется. Мелочь пузатый, который тоже, в принципе, я ловлю, но ну, не совсем мальков. А таких вот мелких, когда пожаришь, как семечки, кушаешь, очень вкусный. Пруд это или озеро, оно никем, ничем там его не подкармливает, как вот ездили я в свое время в Дубки. Да, вот пока едем по Ломоносову, в очередной раз это все показываю, почему я все рассказываю, куда мы едем, так что, так как эти дороги и улицы неоднократно я уже все вам представлял. Так вот, и ездили в Дубки, где там озера, где там платные, где там подкормка. Ну вот пробовали тех карасей. Какой-то вкус у них не такой. Вот дикие карасики, вкус вкуснее, они слаще как-то. Ну, не могу вам сказать, вкусовые качества у всех разные, кому что нравится. Из-за этого я тоже не покупаю этих карасей, которые продают у нас на базаре. Они как тоже на подбор, тоже разных размеров. Но вот когда сам поймаешь, и когда это все потом жаришь, чистишь, это все это эмоциональная составляющая. Ты помнишь, как его вытаскивал. Так что вот рассказала, куда мы едем. Это первая часть, разделила еще раз на три части. Этот день, ну, обратно ракурс я не буду вам показывать, за 6 часов ничего не изменилось, возвращался же по этой дороге и также через Ломоносовый проспект строителей производственных обратно в Солнечный вернулся. Что еще могу вам сказать для особенностей? На Московском шоссе, не забывайте, есть камеры, предупреждаю, есть, да, солдатам с мастерком, то есть первая часть я бы назвал этой, которая до улицы Трофимовской, да, там камера с правой стороны. Дальше поедете, тоже есть камера где-то до Елушанской улицы. Потом после Елушанской улицы до Песчано-Минского тракта тоже там камеры есть.
Ну и дальше, вот где идет строительство, я вот там раньше тоже была камера на выезде, сейчас я ее не заметил, но... В общем, я вас предупредил, а там уже сами решайте, гнать вам и не гнать, смотреть или не смотреть, то есть предупрежден, значит вооружен. Ну вот мы сейчас второй прокатный выезжаем на Московское шоссе, не буду вам мешать до самой, так сказать, этой развязки. Смотрим.
Ну, в таком состоянии дорога. Еще не доделали, но уже практически скоро, наверное, будут открывать, и ехать будет намного приятнее. Да, доезжаем до развязки на кольцевую дорогу. Ехал я не торопясь, уж вам ускоренный режим просмотра включил, чтобы ваше время не терять, не задерживать. Сейчас проедем мимо сторожовки, и на этом сюжет будет заканчиваться. Сторожовку вам тоже показывал в прошлом году. Вот такая сейчас вот развязка, вот такой мост, вот так вот у нас стало красиво и комфортно. Как и должно быть. То есть везде, вот на Саратовской кольцевой дороге, это все вот делают такие развязки. Так что благодарю за просмотр. Берегите себя, не болейте. Оставайтесь со мной. Вот смотрите, какие экраны поставили. Ну вот тут и заканчивается дорога широкая. Ну бывает. До новых встреч в новых сюжетах. Всем пока-пока.